Всем привет из Новой Зеландии, и поскольку это первый влог 2017 года, с Новым годом! Ура! Сегодня наш день будет посвящен тому, чтобы сходить на музыкальный фестиваль. Сегодня проходит один из самых крупнейших музыкальных фестивалей вообще за весь год в Тауранге. Называется он Bay Dreams. Но прежде чем ехать на площадку, мы решили заехать за своим одним из новогодних подарков, и мы покажем вам его через мгновение. Пойдем. Мы давно хотели купить такую штуку, и наконец-то сейчас звезды сошлись, и у нас теперь есть вот такой вот малютка микрофон на камеру. Наконец-то! Да, с защитой от ветра. Мы никогда не сталкивались с такими проблемами с ветром, как здесь. В Новой Зеландии действительно довольно ветрено, и многие подводки, к сожалению, из-за этого страдают. Вот, или из-за птиц. Да, или из-за птиц. Поэтому мы решили, что это необходимая нам вещь. Да. И сегодня потестим. Так что поехали на фестиваль. Скорей! Первые медиа-бейджики в Новой Зеландии. Новая эра нашей журналистики начинается. Короче, как было дело? Я прихожу, показываю смс-ку, в которой написано: идите в такой-то павильон, и ваш your passes are there. Типа, ни указаний, никакие пасы, ничего. Я прихожу, говорю, у меня есть такая смс-ка. Мне выдали all access бейджики без вопросов, с билетиками. И я говорю, а куда мне теперь идти? Они говорят, ну вот туда-туда пройдете, там сцена, там арена, там вам везде можно ходить. Я такая говорю, классно, все? Она говорит, все. Я думаю, а почему такой же процесс на Alpha Future People полгода назад занял у нас 2.5 часа? Я успел поспать даже. Да, пока нам такие же бейджики искали. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I know, giving up without a fight. What I feel, what I feel. Let us detonate tonight. Shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I know, giving up without a fight. What I feel, what I feel, I know it's right. Let us detonate tonight. Это был наш первый музыкальный фестиваль в Новой Зеландии. Первый же? Да.
Первый. Что мне понравилось? Очень круто одеты люди. Просто как на Коачелле, как на классических фестивалях. Все, знаете, с такой там бахромой, в шортах, кедах, с какими-то татуировками золотыми. Офигенно вообще, очень круто. Что мне не понравилось, это тут реально грязно. То есть люди вот, они просто идут и допили бутылку, и так бросили. Или еду в контейнере доели и бросили. И вот просто это все под ногами. Я пока шла, снимала вдоль сцены, я там просто спотыкалась, сломала ноги. Я такого никогда не видела, вот честно говорю. Мусор всегда бывает на фестивалях, но не так, чтобы все бросали. А, еще сцена с диджеем классная была, да? Где осьминог. Да. Это тоже плюс. Да. Вот, да. Единственное чистое место получается, это вот здесь, как бы, ну, бэкстейдж, да, где нету людей. Я тоже хочу поделиться некоторыми наблюдениями, которые мне пришли в голову в этот раз. Но с точки зрения, как бы, организации фестиваля, на самом деле, организовано очень круто. То есть, у нас обычно проблемы на фестивалях начинаются с чего? С людей, которые тебя встречают на парковке или по пути от электрички или еще что-то. Типа ты у них что-нибудь спрашиваешь, они обязательно тебе либо что-то неправильно скажут, либо вообще как бы ничего не скажут. На трубе, а? Да. И все такое. И у нас как бы чем обычно вот, вот эти вот люди, да, почему их все не любят? Потому что они никогда не пытаются помочь. Если заблудился или ты как бы не совсем понимаешь, как тебе там тот ли у тебя бейдж или не тот, там что-то. Они, короче, не пытаются тебе никогда помочь. Они просто типа, а, это не моя работа, я этим не занимаюсь. Здесь все совершенно наоборот. Здесь первый человек там подскажет, как дойти до второго человека подскажет к третьему и так далее. И нету никакой сложности. Если у тебя бейдж, на котором написано там пресса, да, это значит, что ты можешь проходить везде. Это не накладывает на тебя никаких ограничений. А у нас зачастую есть как бы пресса, а есть как бы вот люди, которые более крутые, чем пресса. И тогда как бы для них есть какие-то привилегии, а для тебя нет. А минусы? Минусы, конечно, ну то, что Ксюша уже сказала, что реально очень грязно. И удивительно, как в стране, в которой вообще супер чисто, может быть так грязно на каком-то мероприятии, да? То есть это просто, ну, невообразимо, когда человек доедает, тут же бросает, ну, тарелку эту пластиковую или еще что-то. В фотопите реально стрёмно находиться, потому что летят банки от пива, вот, ну, вот это все, оно летит туда. В целом круто. Если бы погода, кстати, не была такой странной, мне кажется, было бы намного круче. Да, ну здорово, что мы так выбрались, да? Да, отлично, что выбрались, и в любом случае это первое для нас пресс-мероприятие в Новой Зеландии, я считаю, что оно прошло отлично. Да, мы много наснимали. Да, было очень круто. Вот, поэтому на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний влог. Спасибо, что посмотрели, и, конечно, не забудьте поддержать нас лайком. И до скорых встреч. Впереди очень много всего интересного. У-ху! Пока! Пока!